20 января основная команда спортивного футбольного клуба «Слуцк» вышла из отпуска и приступила к тренировкам под руководством тренерского штаба в прежнем составе. Виталий Геннадьевич Павлов, Александр Николаевич Кончиц и Сергей Леонидович Журавский. К 14 продлившим контракты игрокам присоединились футболисты, прибывшие на просмотр. Сейчас в режиме двухразовых тренировок команда будет готовиться к турниру «Белазовец-2020». Турнир пройдет с 29 января по 2 февраля в Жодино. Участие в нем примут 6 команд. «Слуцк» сыграет в группе с «Неманом» и хозяевами турнира «Торпедо Белаз». 29 и 30 января пройдут матчи. А 2 февраля состоятся финальные игры. Во второй группе сыграют команды «Ислыч», «Смолевичи» и «Витебск». До начала чемпионата осталось совсем немного. Болейте за команду своего города. Приходите на футбол. За Слуцк и Слуцк. Вместе!